находился в отличном положении, где никого лучше, если бы не послали передачу, он уже после пустой угол просто бросал. И Куцини закатывается в зону. Мы говорили о том, что на вторую сотню прошло число заброшенный шаг. Подправление, счет 1-0 в пользу трактора. И Куцини запишет балл за результативность. Честно говоря, я так и не разобрался. По-моему, Евгений Лисовец упустил на мешочке соперника. Ну, речь про Щекуру, который нас забрасывает вторую шайбу в нынешнем сезоне. Что касается Якуцини... Либо Белов пошел перед охотой. Не знаю, может, какое-то повреждение получил, а он скрылся опять, пожарит за воротами. Опасный гол! Я говорил в первом периоде, то, что Скрывенс доиграется, потому что очень уж самоуверенно, неуверенно, а самоуверенно выходит за ворота, и порой непонятно, что делает. И Щекура делает это. А он показывает выплатку, он опять совершенно без эмоций на все смотрит и воспринимает это все совершенно спокойно. Какого сегодня проставится сегодня? Вот так вот. Ну, отличная передача.